Сейчас в это сложно поверить, но я нахожусь в самом центре будущей избушки Дедушки Мороза. С каждым днем у этого дома будут появляться стены все выше и выше, появится крыша, и дом переедет на площадь Куйбышева. Главное, чтоб меня внутри не оставили. 7,5 на 7,5. Мастеровитыми руками плотников прямо на глазах возводится дом из бруса. 50 квадратов для особенного жителя. В этом доме будет жить Дед Мороз, который должен вот на днях подъехать, где-то уже едет там. Скоро должен подъехать. Он будет жить в этом доме. Рубить мы начали сегодня. А бревна готовить вчера начали. Эту конструкцию, чтобы собрать, по-честному, надо 2 недели. Ну, как сроки сжатые тут. Постараемся, чтобы к приезду Деда Мороза был готов. Старые бинорадки просьбу построить дом для самарского Деда Мороза приняли с честью. Сразу приступили к работе. Говорят, строение получится добротное и экологичное, но что будет внутри, пока остается секретом. В доме Деда Мороза и как он будет выглядеть, знает только сам Дед Мороз. Потому что он со своими помощниками это все и оформляет. И рассказывать он будет там свою собственную историю. Ну а без сказочной елки Деда Мороза, с которой он приедет, естественно, в доме не обойтись. Но все остальное, конечно, мы увидим, как только Дед Мороз откроет двери своей избы. В конце декабря избушку установят на главной городской площади, оградят забором и даже лесом, чтобы все желающие могли пройти по волшебному лабиринту, сходить в гости к Дедушке Морозу и загадать заветное желание. Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События.